20-0-4. Почти фаворит, можно ебашить трэш. Сманите медведя. Так, новостей нет никаких. Никто не ливнул. Вчера метеорит уебался. Какой еще метеорит? Нихуя себе. Над Красноярском пролетел. Который небеса в огне. Ага. Так, шляпа-кляк. Икитики-пал, блядь. Шо это такое? Хпал. Твой? Нет, это мой бывший ГМ. Или просто бывший. Нет. Что себе, блядь? А кто настоящий? Поворот событий, да? Там Зумалтор, вот давай Зумалтор сомнем и погнали туда. Или он Слава, что ты от нас скрываешь? Че скрываю? Что такое? Нет, ничего не скрываю. Уверен? Да, а что тебе показалось? Да так, ничего. Ничего не скрываю, не знаю. Зумалтор, ты где там? Сомнулся, не? Скажу, бигдема вчера долго хуесосили. А, шарнете квестик? Хуесосили? Пожалуйста. Ну, вот Реплёха пишет Q в ПМ. Спасибо. Но я имею в виду на соляре. Долго хуесосили. Я не помню, нахуй. Ну, там ро было, нахуй. Там три трая дали и все, нахуй. Короче, настраиваемся на то, что вот эти рейды, которые не героические, которые, ну, я ГМХМ тоже считаю не героической херней, бесполезной. Вот. Ну, как бесполезной? Пока что ходим. Настраиваемся на то, что эту парашу надо проносить. Чё мне с умом тебя тут стою? Короче, кроме ока ЗС, все остальное обычки, нахуй. Все, короче, там и АФК типы, блядь. Пошли. Каски дам, короче. Ну что хотите бафать там? У вас дохуя там палов. Ну, Вилани еще придет. Так, кто там танк? Гомосек, танка. Кто там? Зози, Мишка, есть у тебя? Да. Давай, давай тоже в этого. Куда вы меня смуните, блядь, заебали? Всем привет. Ну. Так, Авилания, ты сможешь стать мейн хэпалом? Нихуя. В смысле, мейн хэпал? Ну, сделать в голове... Типа на сегодня? Нет, вообще. Сделать у себя в голове такую зарубку, что ты мейн хэпал. Вот ты не ретрик, а хэпал. Можешь? Я. Ты сможешь? Хотя бы ближайшие... Через месяц, там, через полтора, два. Ну... В общем... А на шеме я также стоять буду? Ну, шем... Там подумаем, посмотрим. Ну, на данный момент он ничего не решил. Будем тебя баланир собирать. Тебе надо понять такую простую истину. Если ты хочешь быть ровным пацаном, тебе надо быть... Не, я думал, что ровные пацаны просто спекуются, типа, когда надо. Не, тебе надо быть хэпалом, а когда не надо хэпал, тебе надо будет спекаться. Вот. То есть ты будешь еще ровнее. Не, ну, лично это моя политика. Вот я бы, ну, я бы так себя вел, типа. Я считаю, что должен быть мейн спек тот, который нужен. А остальные... Нет, я по факту зашел в рейд, типа, выхопали, но вижу, что все есть, спекнулся брат. Не, я не имею в виду, чтобы ты сам хотел быть хэпалом. Я имею в виду, это надо сделать... Я понимаю. Ввиду я того, что, да, то есть, принудительно, грубо говоря, я тебя заставил. Под пытками, под всей хуйней там, блядь. Принудительно. Так, какой встречный вопрос? А нахуя тогда мы тебе волонир собираем? Либо ты хипал, ну. Либо ты идешь нахуй стагельный. Ну, так мы это. Ему второй будем собирать. Точнее, третий, четвертый, там выберем кого-нибудь. Ой, блядь, это никогда. Слушай, что-то перекап у нас какой-то сегодня. Кто может пойти завтра? Катрисия может. Но я уже собрался танчить, поэтому я не могу. Танчить собрался, блядь. Так, а кто у нас вообще танки тогда, блядь? Линков ДД спекнем, да? Гомосек потанчит. Я могу, в принципе, завтра пойти, но...
не на все. Не, ты сиди, это, и ты сиди. Раз, и ты сиди. И ты, раз ты сегодня на все, значит сиди. Ну, карбонара, значит. Значит, карбонара. Не, ну там же, смотри, Мэтт Фокс уйдет. Мэтт Фокс идет там, это, возьмем как-то, ГМХМ принесем. Слава, меня. Че, ты уходишь? Да, я на фул, целка, скорее всего, уже не пойду. Блять, Буребека обратно мутанул, это пиздец, шипит. Он сам-то не знает, да, что он шипит. Это я его мутанул. Не, я его размутал, послушал шипение, дальше мутанул. Так тут же по кнопке нет? Я не знаю, у него телефон, может, на компе, может, нету. Хуй знает, можно. Сейчас здесь по кнопке, да, но... Да кто-то что-то менял, нахуй, по-любому. Сейчас я гляну на свойках, блядь. Так, права доступа, блядь. Где там, нахуй, эта хуйня? Новичок. Где там? Использовать режим нельзя. Так, а кто может? Рейдер, что ли, блядь? Рейдер не может. Тоже не может, блядь. А кто тогда может, блядь? Ебануться. По рации мудрец может. Менеджер. Так, да-да-да, Катриси, завтра на фул. Да-да-да, иди завтра. Все, тогда с тебя рейдер в дискорде, я пошел, давайте, удачи. Нихуя. Так, карбонара в диси. Карбонара, кстати, вроде нету здесь. Спросите карбонару кто-то в ПМ. Может он завтра пойти? Пока метки поставлю, там раздупляйтесь. Тактику вспоминайте, блядь. Кто не знает, в ПМ спрашивайте быстренько. За минуту, чтоб тактику выучили. А что делать? Брыгаешь и бьешь босса. Все, как бабуин. Маки, накройте поляну, пожалуйста. А, ну все понятно, хорошо. Я понял. Работает завтра, пишет. Карбонара. Ой, ну стресс, это вообще там перелопачивать надо. Кто играет, кто не играет, блядь. А чё без шема не давать? Ну, 18 хотя бы не получится дать? Как, блядь? Это вообще залупа какая-то ДПС. Хуйня. 14 тысяч, блядь, 15. Вообще хуёвый ДПС. Никак там не разогнать больше. Может спек какой? У меня сейчас может реворк какой будет, хуй знает. Рыбу жрите. А где остальные там? Алло, алло, привет. Алло. Славян, Славян. Завтра пойдёшь? Завтра работаю. За ультрадруль тут? Нет. Завтра пойдешь? Да я завтра на престе пойду. Сука. Ну, у всех по два, по три чара. Как Мэтт Фокс тут? Чё, ты хочешь кого-то выкинуть ради ну, меня? Ну, а, блядь. Спасибо. А... спасибо. А, ну, а как, нахуй? Ну, я не знаю, как. А, подожди, тихо, нахуй. А, вроде кто-то вышел. Гандальф вышел. А кого спекать, нахуй? Ладно, это... Ультрадруль, есть ДД у тебя? Ты что? Давай, давай в кота, блядь. Нет кота у меня, нет. Медведь. Ультрадруль в кота, не ты. А? Ну, под это, подсуетим, ну, подсуетишь трини там. Это самое, дайте шкаф с карбонару сумоним. Карбонара, блядь. Паста с беконом, да. Блядь. Да, она самая. Я, правда, вчера курицу готовил. Я понял, ну, блядь, изменил себе просто. Не, нет, я взял куриную грудку вовнутрь. Нет, нет, нет. Разрезается вовнутрь, как она, грудинка в сметане с чесноком, нашпиговываешь это и беконом оборачиваешь и в духовку с картошкой. Shadow, звезда. Блядь, где, сука, ща, блядь. Короче, скорость Дикого Запада. Мэтт Фокс, кружок. Зумнолтор, ромбик. Так, шалфир, треугольник. Шалфир без диса. Писал пока. Ладно, похуй. 228 треугольник. Бенстю киллер. Луна. Это. Чек на пул. Йоу. Мне говорит, кто-то сказал, что у меня такой голос, что я был бы охуенным рэпером. Йоу. Возможно. Даю отчет. Нет, ты возьми, попробуй там текст какой-нибудь зачитай. Мы тебя пупуц, ты. Сейчас зачитать вам. Хилю холи дринка, йоу. Йоу не главное. Ну это типа рэп, нахуй.
Йоу. Ну да, йоу. И ты рукой так делай еще, йоу, да. Да, я прям сижу, а мышку отпускаю, танчик, вот так, йоу. Эвилаша первая, кулидринг на трэше, Зози второй, Хамасек третий, нахуй, на боссе. Запомнили? Да. Но, но то зек. Да, вот так буду называть. Это так и Хамасек. Можешь хомы просто. Не-не, это хуйня какая-то, блин. Может просто гей. Кто первый, я прослушал. Ваша первая. Зози второй. Гомосек третий. А хулидринг на маленьких мобах. Ну, ну на трэш. Большие выйдут, значит танчить не будут. Я понял. Я только на маленьких. Короче, блядь, сейчас я макрос себе перепишу, там ГП будет по 25 стартовая. О, пошло добро. Ну-ка, проверка, нахуй. Кидай меня сразу. Хорош. Опять не дамажил бы. А убираешь 500? За проверку, да? Просто так накидываешь. Короче, кто хуйню будет творить, сука? Имейте в виду, блядь. Я забыл тактику, короче, блядь. На кого сейчас аналогичненько, да? Короче, сразу 25-ку можешь закидывать на white light. Че, Слав, тебя знают во всех гильдиях так-то? Да. Ты серьезно, что ли? Да, я с какими не пойду ребятами. А у вас там void, а у вас там void. А void ваш там это, а void ваш там того. Скажи, блядь. И скажи, у нас. Ну они нас... все легкие, они все легкие. Ты такой бичи, бичи, вы все, ну там, фрики там туда-сюда. А эти все такие, ребят, молодцы. Чел умер, ребят, молодцы. Сука. Это ты с бичами с какими-то ходил, блядь. Не, ну я с разными гильдиями, я скажу. Да не, нормально, убиваем. Опа, тролл Д, как дела у тебя, нахуй? КП. Чё, блядь? Кастуешь во время печати, блядь. Нормально, блядь, ману проебал. А вы пиздите просто, я заслушался на. Давай, давай, смотри там внимательно. И не улыбка. Рэпер да? Говорит. Йоу. Ой, йоу. Просто голос слишком сексуальный. Угу. Блядь, это женский надо слушать. Да там все эти гильдии, которые там есть, блядь, они. Я их на циркуле, я им и релил на циркуле, блядь. Я их всех учил, нахуй. Я всех вырастил. Это твои дети, что ли? Заебал. А я пиздик. Да не, я угораю. Приемные. Видим, да, что приемные. Ну, молодцы. Я вообще хилю. Ну, молодцы, хилы, короче. Нажимаем сейчас касс после конца. Нажимаем 5 кубов. Прием, еще, блядь. Кубы, быстро. О. Вы еще нахуй. Не спите, блядь. Все, все отпускайте, блядь. Че вы... Совсем что ли? Так, ждем беса, пока гасим, месим босса. Хилю гамазека. Но то зека. Но то, но. Хуй поймешь, нахуй. Хилю его, короче. Хилю бенстиллера. Йоу. Встали в звезду. Кто не встал в звезду, пошел в пизду. Йоу. О, Бенстиллер, как дела? Этот, Мэтфокс, Реса и Бенстиллер. А чё ты сдох вообще, блядь? Идите мобов бить. Фулл АУЕ по мобам. Гнев небес только хулидринг дает. Уставай, вот. Да я тебе баф сейчас дам. Ты чё сдох-то вообще, блядь? Быстрее, быстрее, уешьте. Да уешь, чтобы они не докастовали эту хуйню. Вот ещё боссы, блядь. 5%. Ну будет каст еще через 5 секунд. По кубам встаньте по своим, чтобы, блядь, не проебали нажать. Так, демоны. Нажимайте, нажимайте. Ну еще кто? Звезда. Все. По боссу фул бейте. Словишь скелетов, сколько будет на тебе, потом в них свечится. Уже как переведем. К звезде идите все, скелетов потом тоже подведешь. Этот... Гомосек будешь свободен, пофиряешь. Ну ты хулидрин тоже пофиряешь. Все, веди к нам скелетов. Только, ну, на центр их примерно приведешь. РДДшники скелетов, смотрите, вон они. Веди к нам. Только в лужу не попади, там лужа появится, знаешь, да?
Ставлю метки. Играем по этой хуйне. На стресс нахуй, ну. Блядь. Ты что нахуй, ну. Скелетов, сука, все повернитесь и играйте. Прием. Поактивнее. Слышно, нет? Да-да. РДД, блять. Фиряйте, ну, фиряйте скелетов. Заферни скелета, нахуй он стоит, кастует эту всю хуйню, вот эти круги ебаные. Нахуй вы там стоите возле них, вы не видите, как разливается эта хуйня? Я хуею, у вас есть вообще фир? Ладно, сейчас я сам, блядь, сделаю за вас, нахуй. Фиряйте скелетов и бейте. Ну, сейчас в берсу упремся. Спасибо, нахуй, что вы в скелеты играете, блядь. Бичи, блядь. На хп читай. А все нахуй, заебись, падаем нахуй. Что, скелетов нельзя убить было или что, блять? Я хуею просто. Не покастовать изгнание по ним, да, паладины? Хуею просто. Топ игра, блять. Ни станов, ни феров, ни хуя, блять. Скелетов, ни дамага, нахуй. Роги сложным выпадом. Скелетом вообще, блять, где? Где, ёбан? Сколько я в эту игру играю, вот, на Силусе, ни разу милики вот этих мобов не били. Только когда подводят и фигают, а тут я что-то такого не заметил, что подфигали. Ложного КД как бы есть. Ну вот, когда ложный нажимаешь, он, сколько он там, 6 секунд, или сколько? Так как я подгадаю, оно ваншотнет меня. Подбегаешь, вхуяриваешь, и ты видел, они крест-накрест идут, эти лучи, эти луны, струны эти ебаные? Ну это, ну, стоять возле них, это смерть. Ну это если ты крест-накрест стоишь с углов. А если ты спереди, сзади, либо слева, либо справа от моба стоишь, ты не ловишь эту хуйню. Ну танк танчит, в него этот луч не идет, правильно? Или это, ну. Не, хз, просто пусть РДД бьют, и все. Ну так РДД считай, открой рейд, сколько РДД? Раз, два, и еще пятерка. Это что? Это не РДД. Они не могут убить? Нет, они не убили, как видишь. Здорово, народ. Здорово. Я умру на этих лобах 100%. Ясно, нахуй. Чё, сопротивляется, ну, никогда по ним не играли, а сейчас резко начали. Ну, такая выхода нету другого. Ты видел, 4 моба живых стояли? Выхода нету. Надо было паладином фирять. Ни танк не фирял, ни второй танк, ни Авелания. Я фирять начал уже, когда 3 паладина не фиряли. 4 моба стояли. Ну, это ж не моя ошибка. Я не говорю, что твоя ошибка есть. Короче, ну, типа, рейд не состоит из 10 РДД сейчас. И надо играть всем по максимуму и контролить мобов. Я назвал ваши способности, которые должны быть на панели, и вы их должны нажимать. Выходят скелеты, фиряешь. Значит, первого скелета, который уходит, хукмастер гриппает. Или Авелаш, если свободно. По нему сразу Авелания фир нон-стопом кастует. И его бьют все, и милики тоже. Остальные 3 скелета. Второй выходит, РДД в него свечиваются и сразу бьют. К этому времени первый уже падает. Под миликами, нахуй. Вот смотри, сколько миликов и какой у них дамаг. И кто бил. Так-то не бить, если трэш, нахуй в этот рейд вообще идти. Вот так, если подумать. А если сыграть красиво, правильно, как вам, чтобы вот вы так сыграли, вам нужно вайпануться. И нужно, чтобы я пробубнил, просидел всю эту хуйню, что вам надо делать. Ручку вас сводил. Еще на хиле рылить нахуй, я рот и мам, блядь. Проверка. Что там рылить? Все знают, что делать. Да. Или тут, нет? Тут, блядь, рейд 5 РДД, нахуй. Один, двое из них дамажит, остальные не дамажат, нахуй. И 12 миликов, нахуй. Два протопала, блядь. Авелания эфир не нажимает. И я нахапали, нахуй. И представь, у меня хилы карбонара скукотища. Ну не от них, конечно, но там нормальные тоже... Рейд проседает, когда я что-то начинаю кастовать, блять, кроме хила. Если бы еще поиграли, было бы хорошо, а так... А вам надо играть. Ладно, нахуй. Ну, типа, я долбоёб просто, нахуй.
Надо было не переводить, хули, рейд не убьет мобов. Надо бить мобов и переводить за секунду до следующей вспышки, нахуй. Вот и все, нахуй. Это я даун просто, нахуй. Понадеялся на рейд. Че, это не рэп вообще. Да все, мне иди в жопу. Он настоящий рэп, про жопу. Батл рэп. Простите, там ты просто скажи, я хочу, чтобы мы с первого раза все закрывали и все. Вот где Боб по троллде, блядь? Два паладина танка, где этот, как он называется? Ёбаный. Ебись, я вытончил нас. Правильная защита. Ёбагей. Ну, шалафиры охуяли. Где в тебе без ПКД? Вообще этим мобам можно въебать фир нахуй от престов или от варов. И хуярить этого чаротворца, там уже их не осталось. Нахуй. Чтобы они чисто не мешали. А то через них АУЕ идет, а чаротворцы стоят, чилят нахуй, и раскастовывают этих ебаных пылающих, кто там? Магматическая хуйня, нахуй. Сейчас окошко закрою, блядь. Это что-то ебун, блядь. Был бы человек-то, сука. А не ебун. Так, план, значит, такой. Чё, в пятницу не успеет второй рейд? Будет в субботу, но после ульды. Три дня на обычке. Целка Гера будет? Да. Суббота? Гендальф, кукотища. Печати. И вроде не хлопают нормально. А где Гера вообще? Дай Геру. Он Гера ушел, говорит, вернется скоро. И не Олан. Ты бы видел Holy Drink, что я там изобрел, блядь. На этом. На соляре, нахуй. Можно а хули ты, наверное, видел? Нихуя я не видел, если бы он еще что-то выкладывал. А сегодня опубликовал? А, да. Ну вот, пришел с работы, опубликовал. Он, короче, считерил. За 15 минут до РТ выложил. Ну. Куда поверю. Давайте, сейчас закончится касс, нажимаем кубы. Нажимаем. Все, отпускаем. Убьем пока босса. Я видел другое, то что вы вчера соляру не закрыли. Забери босса. Заберите босса, кто там дрочит? Танки, не спите. Зевры. Че там вышли все, нет, мобы? Все, да? А, нет, еще какой-то. Еще? Заебал. Сколько их там? Все, все, свищитесь, мобов. Фулл ДПС вот по мобам. Босса подводят к мобам, чтоб не забыл. Ну, чтоб ДПС, да, по боссу шел нормально. Фулл АУЕ по мобам, развернитесь, знаете, милики тоже все. Кто там, все пошли, да? Сука, я же вас повыберу в цель, посмотрю, кто это, блядь, там хрень делает. Или это танки. А, это танки. Смотрите, блядь. Все, теперь босса бьем. Так, короче, что там... Вспышка скоро. Печать. Хуярьте сильнее по боссу. Если кто выйдет, вспышка чуть-чуть через 10 секунд только. Хуярьте сильнее. Сильнее. Порталы исчезнут, на их месте 4 уже появятся. Она вылетела. Этот холидринг начнешь перехватывать, когда у двоих будет дебаф. Нажмите. И звезду, ромбик, звезду. Все, он сказал вроде. Крэш так-то я держу. А где трэш?
сколько там мобов. Вот, вот этого моба весь рейд бьет. И милики, и Авелания фиряешь. А ты своего фиряешь, крест, холидринг, не танчишь, а фиряешь его. Он сокру дал. Фул захил. Гэндальф, давай на хп. Гэндальф, давай на хп. Бейте мобов, все, все мобов. И фиряй. Если бьют, и кто бьют? А вот этого фиряю нахуй. Блять, меня чуть не убило нахуй. Идиола на хп давай, что-то не справляются хилы. И... Добили моба быстрее. Все, теперь босса к звезде подводите, ставьте. Чтобы вы не улетали куда попало. Все, начинай с ними танковать. Ваша вроде зашла, здесь походу. Да, так оно, наверное, на входе. И Идиола, какого хуя ты в лужу зашел нахуй? Объясни мне, братан, блять. Зачем ты это сделал, нахуй? А, Юля в инсте даже. Угу. Она просто залагала, наверное. Мне показала, что она вылетела. Не, она вылетала. Ну и все, там периодичность. Наладьте. Дайте ей на рак кто-то по воиду, блять, у кого есть, нахуй. Нихуя, все, два дали, да? Хорош. Фокс, Реса и Ниол. Давай собаку вызывай, гимн читай, скуратище тотем ставь. Координируйтесь между собой с кукотищей и с престом с каким-то, с тотемом, чтобы это было одновременно. Тотем... А, вот. Захилая релит такая себе хуйня, блядь. Ну, ты можешь спекнуться в ДД. И чтоб ты похилил? Ну да. Порелил спокойно. Отличная идея. Почему я раньше об этом не подумал? Ну да. Не знаю, забирать себе нахапало или нет. Что-нибудь. Нет. Похуй. Вот я не знаю. Апы ты 4-2, не апы сикло. Я не знаю, почему ты читаешь рэп, говоришь, что ты МС, у тебя таланта нет, сука. Ладно, похуй, подожду еще. Шинки все так же сотку стоят? Да, это сотку стоит. Угу. Ну ладно. Вилаш, тебе точно надо эта хуйня? У тебя что, танк не обнут, или ты на ДД хочешь? На ДД, скорее всего. Там просто... Вилаша точно будешь брать? Там просто ниже кто идет. А тебе Виланя на какой? Я нахапала, только если беру. Мне больше уже нечего делать. Ладно, давай я тебе отдадим, а дальше посмотрим. Там ультрадру дальше идет. Может кому-то с них закинем. Это параша вообще это... Распыл, блядь. Добавь кнопку распыла. Да, кстати. Да я все равно тебе скидываю. Это журавль надо кому-то? Ну, я не знаю, оно лучше, чем да топ, ивента это... зимнего. Ты сейчас ты трендишь, да? Это нас... Да, блядь, не знаю. Хиловская тренка? Нормуль, кстати. Неплохая. Ну, нахила, на дру нормальных пристав, блядь. Слава, да? Ну, давай я возьму. Я на оф там бахнул. Так. MadFox, точно будешь это брать? У тебя какой? Ты на хила, да, MadFox? Надо подумать, вот кому с вас дать-то, блядь? Кто ее носит? Да, ему, какая разница, мне вообще пофигу. Я с этой побегаю, мне вообще все равно. У меня просто перекап скорости. Не, критхас нормально, там тоже дырка есть. Не, вот у тебя, которая заебись. Тут просто что дух есть на ней.
Остальные... Так отдай ему тогда, отдай ему. И все. Еще Гандальф есть. А не посох. Вот, ну, посох. Как травму выбьет и... А у тебя пушка есть одноручная на Гандальфе? Что? Одноручка есть? Была, да. Какого это левела она? Сейчас линкану в рейд. 271. Сад что? Да такая Чук. Себе параша, не знаю, но ДЦ. А Грестра? С этим лучше будет, в принципе, с этим. Ладно, Матфоксу закину пока. Игрок не найден. Блядь, заебись, вы улетаете, конечно. Понял, нахуй. Тоже не найден, оставлю себе, блядь. На трансмок. Или распыл. Сумка в боссе пусть останется. Вендоров продал. На тех взял бы щиток. И ГП бы полутал. Оно без ГП идет по концу. Это вся хуйня. 260-я. Вы грулю подлетели там? Да, ульт рядом. Нет, с посохом лучше будет, чем с этой хуйней и столбником. Короче, попробовал я этот ваш вуду, блять, нихуя не понял, и вырубил его нахуй. Бич ты какой. Хорош. Бичугон, хули. Надо просто привыкнуть, так-то это заебись. Хиллбот, блин. Да, хиллбот, ну, лучшее, что есть. Хиллбот для бичей. Да, я вообще без ничего хилю и нормально. Ну, это вообще еще хуже бича, блядь. А у кого, ну, да есть много нормальных, кто может просто скинуть. Представь себе, нет аддонов. Думали, это дно, а снизу еще постучались, да? Без ничего, это значит совсем. Совсем это значит. Значит, руки хоть руки под руки заточены, да? Без трусиков. Ебань. Вы что там, девочки, в рейде? Тихо, нахуй. Это ты говоришь? А что, щиток дают? На распыл только нельзя. Я вот лечу в инст, не знаю, ну типа, блядь, вы все съебались. Я там лучше. Ну я могу подлететь, я не гордый. Не, это я могу подлететь, я лечу к боссу. Вот в этом, да ладно. Как он называется. Клав. Ну, Слав, а ты будет. Это, написал, Синтека нет сейчас с нами, да? Как я понял. Наверное. Да. Ну да. Синтек покинул нас. В смысле? Умер. Да прекрати ты, блядь. Охуеть. Перегорел. Этот, хотел спросить, друлю дух вообще, насколько надо забиваться в дух-то? Да не насколько, блядь. Вот сколько есть на шмоте, столько и надо, блядь. Ну. Забиваться. Это не значит, что камнями. Я понял. Например, есть вот у меня пушка 264, которая моя, да? Ну, то есть мне этот журавль близко не вперся. Правильно я понимаю? Вообще забыл, кому мне надо отдать шмот. Фокс. Ну, у меня просто. Знаю, ты такие вопросы. Мне скорость. Мне скорости надо на кап 850, у меня сейчас 1022. Так, это куда? Это не, это не то, это не надо распыл. Ой. А расшарьте квест, плюс на. Какой распыл? Я челиком это отдаю. Сейчас я перезайду. А, ну вот. Че там с синтеком-то у вас? Перегорел синтек. Но он в гильдии или что? Ливнул. Серьезно? Да. А чё вы... Где Бенсилер? Бенсилер зайдет, ты заебал пиздеть. Это да, самое. А хули вы стоите, как... мобани бьете, блядь? Да, скорость вердру, чтобы одну секунду... Ребят, самонить? Омоложение, да. 850. Что, ты в ретрику спекнешься? Ну, или ты передумал? Давай сейчас хильну мобов. Ну да, давай сейчас на босса спекнешься. Почилю. Так, плащ тоже забрали, да? На распыл. Плащ, да, по-моему, не помню, да, наверное, я хулидринку отдавал. Ок. А кому нужен? Ну, на мазеку также, главный бич. Слез. Девчачка. А у тебя других персов нету? Нет. К сожалению, да? Ага. А кого будешь делать? Ну, у меня все есть. Ебать.
Я говорю, других персов нету? Нету. А, что будешь делать? Он проспект этого самого, блядь, Аршама. Будешь делать, да? Он не вкачан еще? Нет, в процессе. А че Аршама, почему такой выбор? Говорят, они хуесосы, ну хуёво хилят. Ну, подскажи, кого взять, чтобы подмазать. У нас ни одного Аршама. Да не, ну нормально, не, нормально должно быть. У него перспективы. Не, если кто-то по приоритету больше нужен. Не, заебись, нормальная тема. Типа, ну, если ты не ниже табуретки по Q, то нормально это будет. Ну, чуть повыше. Любой хил, ну вот видишь, уже там хули цепуху жмешь. Весь скилл игры за Аршама — это кинуть цепуху либо в миликов, либо в РДД, блять, и все. Ну, это я могу. Хосты надо там 1200 с лихом, да сколько там. Так, спекаюсь Редрика, блядь. Угу. Магия, можно столик еще один, плюс? Тебя в пати туда закинул. Опа. Благодарю. Спасибо. Так, я рыбу ставил, нет, вот рыба. Короче, на Олме и Вилаша. На крестике Хулидринг. На... Блять. Зузи, ты косты не... А, подожди. Надо будет косты сбивать. Этот самый... А кто сбивать-то будет? Слышишь, Призен, а ты сможешь позбивать косты? Там все равно миликов мало что делать. Косты по луне позбивать. Там с ренжа же эта хуйня работает, ветерок. Кеглер. Ага, позбиваешь, короче. Именно молитву исцеления не проеби, а остальные похуй, маленькие хилки. Значит, луну держит гомосек, а трусы и звездочку держит Зози. Соображаешь, да, где держать? Вон там, дальше, видишь, есть это столбик, короче, в него очком упираешься. Вон тут столбик, если я не ошибаюсь. Вот, и там держишь, чтоб тебя не откидывало этот пидор. И все, с пула никто не бьет, ждем, когда откроется моб, смотрим, чтобы танк не магру набрал, даем время. Если сорвете моба, мага, это будет вайп рейда. Если геглер сорвете, тоже будет вайп рейда сразу, весь рейд упадет. Поэтому, блять, будьте осторожны, блять. Я крош. Кроль. Так. Я бараш. Там ЕП за декурсией. А один из паладинов может за место атак павера мне ману дать? Это друид был. Так, давай, хиль. Лучше на Зози частицу сдает, он подохнет нахуй. На него и хиль, да, здесь. Это луну переведи поближе к крошу, чтоб тебя не кидал треугольник, он тебя будет откидывать. А кто открылся? Я чуть не вкурил нихуя. Кеглер. А, Кеглер, я смотрю, чуть не откинул. Ой, его ж бить можно, пошли нахуй. Да? Показываю гайд нахуй, смотрите, блядь. Ставлю на себя звезду, блядь. Гайд, блядь, как бить Кеглера нахуй миликом, блядь. Смотрите, блядь. Отбегаешь нахуй, подбегаешь нахуй. Просто пиздец. Сейчас кто-то короля поебало получит. Ой, блядь. Это за хуйня. Давай. Веси. Давай. А чё, он заебал? А чё за хуйня? Я стою, типа, это, я съебал оттуда все. Гайд охуенно. Гайд, как дохнуть первым. Сука. Стоп. Пиздец. Все, крош открылся. Страш. Пошли собак расхуярим. Милики, блять, хули вы не бьете их? Давайте, блять, АОЕ. Гайд для миликов, давай, просто бурю дает. Гайд смотрю. Ледринка подхиливаем. Вы бомбу наносите. Я понял, блядь. Там весь рейд вынесли из рейда. Покмастер на стресс. Короче, смотрите, гайд показываю, как спасать Хулидринка. Даю ему каплю, посею 50 на 50. И хуярю собаку, блядь. Просто, блядь, лучший профит. За Редрика, блядь. Все видели? Меня аж пол хп снесло, блядь. Такой вот, ты ж каплю дал. Да, но я еще 50 на 50 на себя дал. Такой вот гайд был. О,
Это, надо захиливать, короче, вот эту хуйню. Не знаю, захилят, нет хила? Прикинь, не захилят. Дим, на хп сдавите. А, уже поздно, я там... О, Олма бьем. Фулл ДПС по Олму. Собак, потаунти там, каких можешь. Ну, лучше точечно дожидайся. Давайте Геру, шаман. Декурсите все маги и друиды. Совы и вердру. Чем быстрее сдекурсите, тем лучше. Блять, крылья когда? Фернул собаку там. А, косноязычие кинули на лока? Не вижу косноязычие что-то. Или кинули? Собаки исчезли. О, Олм открылся. Веси. Ну добиваем, значит. Добиваем этого пидора. Постного. Там кто на друидах играет? Все, убили. Чилим. О, ебать. А что с этим гусем нахуй, с крестиком? Сорвали. Ой-ой. Он когда активируется, короче, начнет ходить. Сейчас он не будет ходить. Так что да, немножко уйдите оттуда. Главное открыть ринка. Сейчас ждем, кто откроется. Там кто на друидах играет, вот типа ультрадру, ланал, блять, там медфокс. Смотрите на ману хилову. Вот, к примеру, могу вам подсказать. Вот у Эниолы 20% маны. Уже, у Гандальфа 30%. А, ну он и вижу, там КД у кого-то есть. Вот у Мэтфокса нет КД. Как дела, Мэтфокс? Ты тут? Как дела? У Зоди нету. Ого, молодец. Крош отводим. Мне надо из формы выйти. Ну, Зози, да. Пока не к спеху. О, время капли, да? На 50, на 50 еще. 18. Желание Карбонара, Скукотища, Гэндальф, Кукма. Бен Стилл. Блять. Я думал, это Макрос у меня стоит. Это Макрос был. Вспышка, вон. Таргет равно Моссу. Ну-ка. Сейчас я тебе каплю, короче, заряжу. Там тебе капля. Не полтинника. И стою хилю. Кто там слепоглаз? Луну РДДшники бьем. Ну так как РДДшников мало, долго падает, тем бы РДДшник. Вы, блядь, чё крестик хуярите, а? А это не они виноваты, это такая хуйня, там дотки висят, там хоть стопы, хоть не стопы, он будет уходить. Именно в момент, когда с него спадает дебаф, там баг такой есть. Это давнишняя хуйня. Это типа всегда так. Ну я не знаю, как нужно стопнуть. Это типа доты заранее стопнуть, но без смысла нет. Доты все равно висят на челиках. Типа маговские, локовские, престовские. Поэтому он уходит. Там просто надо таунтить, и все нормально будет возвращаться. То есть, когда с него спадает, этот типа. Не, я-то успел стаунтить. Это нормально считается. То есть. Это именно как твоя обязанность, ты должен стаунтить и все. А то, что он срывается, это, ну, это всегда так будет. Короче, косяк Сируса. Слепоглаз опять. Верим. Частица 7 секунд. Я вижу. Я нихуя не вижу. Смотрел фильм с Сигалом. Называется «Городское правосудие». Там он ехал за двумя неграми. Они, короче, уезжали от негров. Они уезжали от него, короче. А он их догонял. А, или наоборот, они за ним гнались. Короче, я не помню, кто за кем гнался, но там он что-то поехал по горке с пылью. И... А негры такие в машине говорят, бля. Один, ну, который водил, говорит, бля, нихера не вижу. Таким голосом, вот как ты говорил. А я на помане сел, нихуя себе. На ретрике. Флешки кастал. Как так-то? А, кастал. Ну, тогда понятно. Побью кроша.
А сквозные ранения смотрел? Да. Пизда за фильм, да? А там вообще пизда. Блядь, все пизда. Ну, с этими снеграми, блядь. С этими сигалами. Фильм с неграми пиздачи, чем сами негры. А че за хуйня? А кто открылся? Вообще нет, убили, а он опять открылся и минуту. Ааа, блядь, пиздец, хуё. А пока стоят, блядь, ДПС. Там вот эти типы, блядь, как они называются? Сука. Рэперы или кто? Тот DMX в одном фильме, да? В другом еще какой-то тип. 50 Cent, по-моему, там? Не, 50 Cent я не помню. 50 Cent там, блядь, фильм у него был. «Разбогатей или сдохни, нахуй». Вот это прикольный фильм. И я для вас, для всех повторяю, нигеры, кто еще не всосал. Такой сленг. Всосал. Ну, типа, вдуплил, раздуплился. Понял. Вот главное, когда нигер говорит нигеру, типа, нигеры, да? Да. А когда русский говорит нигер, ну, белый, то пиздец, расизм. Белый русский. Ну, знаете, это такое, пиздец. Показываю гайд. А кто там? Есть собственный танк? Заберите короля от нас, да и все. О, видели? Я отбежал. Гайд показываю пацанам. Опа, я дамаг не получил. Как дела у вас там? Опа, отбегаем. Опа, подбегаем. Бля, нихуя себе, крылья даю. Опа. Шо он, блядь? А чё он на нас повернулся? Чё за хуйню он делает? Отбегаем, блядь. Подбегаем, блядь. Пиздюли, но хотел пробежать. Отбежали, его. Подбежали, играете? Да. Не, ну в принципе не шотнет, это понятное дело, блядь. Стой, плотную. Плотная хуйня, а чё? Заодно и узнаем. Один... О, активировался. А, нельзя подходить. Смотри, могу побить за Редрика. Опа, как дела, блядь? Смотри. Вы бомбы. А он дамаг же возвращает просто. Зато магия по нему хуярит, видишь? Фул дамаг идет. Вот этот вот молоток. Экзорцизм. Фуловая идет. Да и печать идет фуловая по нему. Видать, она фул свет. Хотя нет, кто знает. Блять, что за хуйня? Меня превратило. Ебать. Только джекпот. Потный джекпот. Кто-то у нас там супер остроумный завелся. Это гомосек ты, что ли? Ну конечно. Нахуй ты такой ник себе придумал, блядь. Че, свободное было, то и взял, да? Чтоб все понятно было сразу. Вот это Сирус предложил. И ты еще голды дал, да, ему? Да. Так, кто меня передамажит, тот молодец. А я, если я что, посмотрю. На 13 месте. Крылья КД, значит все хуёво. Хуярить. Какая-то магическая хуйня появилась. Переполняющая мощь пламя. Что это? Отбегаем! Смотри, нихуя. Успели, да? Блять, а что, мне кто-то боб дал или что? Чё это? Надо поводу боб давай смотреть. А или что? Ты же сказал, что надо тебя перегнать. Да, нет, так а чё, 2 минуты я теперь. А, нет, смотри, я вон могу крылья прожать. Но... Нет, ну, где-то сколько минут или 30 секунд? 30 секунд. Давайте паладин и скидываемся, войду по боку. Так а все, там КД 2 минуты. Нельзя кидать, типа. Нельзя? Я понял, блин. Ну да, нельзя. А ща проверим. Ща, блядь, кто-то диван даст, блядь. А что это за плащ? С духом, блядь. Чёрный шаль. Просто шаль. Просто шаль. Так, ну тогда погнали. Может еще одну печать взять, сука. Пиздюлей тебе дать. Там следующие идут 228 и ультрадру. Машин дадим. Почилишь пока, подождешь? Ну, давай. Или надо тебе? Давай. Да, не. Сколько у тебя апнутых?
Одна, вот, я сейчас апнул одну. Ладно, давай. Давай еще глянем, короче. Кто там? Может, карбонара дорастет. Пусть берут. Дродру. Аллилуйя, совершилось, бля. Совершилось, бля. Все, можно, можно ливать, да? Конечно, нет, я свои добыл. Да, может быть. Знаешь, кому надо? Печеньку-то глотанул с гильдии, ливнул, нахуй. Да, я возьму нормально. Одну штуку, похуй, да? Никогда не видел печенек, блядь. Да-да-да. О, карбонара, плащ надо, нихуя. Ну все. Ну да, я свой поменяю. Нахуя хилить будешь теперь? Надо тебе эту хуйню, Касси? Ну... Да, там мастерство. А правильно все. Греби, греби все, что без ГП, греби. Так и надо. А, но без ГП сейчас? О, 260 и без ГП. Тут только за ГП печенька, блядь. И все. 6 печенек, 600 ГП. Так, если кому-то что-то надо, 1000 голды выдам. Короче, этот самый гомосек, там Арбас рулит, блядь. У него 251-й какое-то говно критхастовое. Может, ему закинем? А ты вообще ретрик, блядь. Ретрику это говно. Это говно, да? Нужно. Слышишь? Грешное. Гомосек. Слышу, говно. Чё, Арбас? Нужно. Короче, вару закинул. Ну, получше будет. У ТРП, по-моему, есть, да? Позарыть. Да, заебись будет, наверное. Побежали, хули вы стоите? Побежали. Так, кому там боб дать? А, это у меня звезда. Так, сейчас погоди, блядь. Ебану кого-нибудь, блядь. На, нахуй. Ну, по мне как диванчик. Как дела, может, блядь? И потом. Гомосеку дал боб. Спасибо. Чё, ребятки, ставки будете делать? Какие? Ну, с первого раза груля или нет? Блядь. Меня фернули, меня фернули, меня фернули. Сука. На меликах не бичи. Да. Пойду руки позакрываю. Я понял, пойду руки позакрываю, ты дебил. Дал на шадоу диван. Умирайте, это. Не покидайте тело пока. Сейчас сведется вся эта хуйня. Ой, бля, не бегайте от мобов, умрите. И надо умирать поближе к рейду, вот сюда, где диван давали, блядь, людям. Они, чё вы делаете, блядь? Алло, блядь. Ультрадуль, ты где? Так. Вроде свейдились. Всё, масрез. Так, значит, кто под ебалом не умеет стоять? Тут пидор. Хорошо. Так, ну, Арбас, ты стоял под ебалом? Да. Стоял, да? Ты, главное, все равно говори, проговаривай. Я думаю, некоторые РДД по-любому не умеют стоять. Этот, Хулидринт будет проговаривать, он будет второй танк с Вилашей. Этот самый, Арбас, ты под ебалом идёшь? Я руки закрываю. Не-не, я позакрываю. Ты, у тебя этот, нормальный этот агронабор. А, ну, мастер неохота спекать, он дамага даст. Дохуя. Ну и ты, в принципе, дашь. Это. И массакра у тебя будет. Короче, ты с Эвилашей танчишь, говори, когда им забегать, не забегать. Ультрадру, не забывай, бьешь в ебало. Похуй, ты кот, ты все равно бьешь в ебало. Проверим, кто тактику знает. Первая-вторая пати, вы под ебалом находитесь. Объясняю на пальцах. Когда стоит босса ошеломляющий удар, под ебалом должно быть 10 целей. За исключением, когда вам сказали за спиной стоять. Вот. Это. Если будет меньше 10, он сразу накапливает сотку и кастует адский. Адский — это фронтальные 40 тысяч урона от огня и дотка на все 25 человек рейди. Огненная. Вот. После каждого адского он настакивает на себе стак, который от огня урон увеличивает. Вот. И рейд потихоньку потом сдохнет просто. Так. Дополнительно. Ой, слушай, не знаю, как с этими хилами будет. Мэтфокс, в хила спекайся дополнительно. На подстраховочку. Рыбу поставь. Сейчас поставлю. Так, вот рыба. Давай, Мэтфокс, там помашешь ветками, когда будет хуёво. Ну, где там карбонара?
А, у меня это, а, ну, нажми. Чё готовится? Готовится, говоришь. Ну, вставай, карбонат. Ресните, ресните, у меня нет, у меня покинь тело, информация, все. Ну покинь тело, блядь, ставьте шкаф. Опа. Кабул. А дайте маги столик, нахуй. Я что-то, блядь, заебался жрать. Натуре хорошо. Каска, лапка, стамина. Кому? Кто? Я сейчас маны возьму себе. Сейчас, блядь. Так, взял. Кто там, блядь, смеется какая-то девочка? Понял. Заткнитесь. Это Бен. Так, где... А, вот. Так, Хульдрин, короче, говоришь, навела шунок. С пула все за спиной. С пула все за спиной, да, только два танка там стоят. А значит, остальные по рукам, смотрите, что. У нас Войд и Гомосек закрывают руки. Вот тебе кружок, на мне звезда. Спасибо. Мы друг друга видим. Хомозек. Надо было букву И не говорить. Хомозик. Вот. Хилы хилят, танки танчат, ДД дамажит. Нормально, да? Чек на пол. О, надо нестовство включить. Ох, этих вы. А, и 10-минутная берса тут есть, блядь. Так что проебываться нельзя. Что там? Все за спиной будут стоять. Алло, с пула. Алло. Стоят перед ебалом только танки. И как только адские прокастуются... Вы идете под ебалом, потому что будет ошеломляюще. Гандальф тут, не? Прием. Тарталетка. С красной икрой и сливочным маслом. Вкусненько. Тарталетка. Ебать. Алло, алло. Алло. Масло не жирное, масло вкусное. Ты готова? Да. Есть у кого масло или фласочка, что-нибудь такое? Похуй, потом. Это потом все, давай, короче. Даю отчет. Нап есть. Потом ебанем где-нибудь ТТГ. Уярим. Эх, пивка бы сейчас. Ты шо, блин, пивной наркоман? Да пивной, ну, чё. Давай, стой там, не дергайся. Я цветной Николай. Могу вперед-назад. Так, дай, спокойно, блядь, милики, давайте темп словите. Вот адский закончился. Подъебал, а быстро. 10, отлично. Дай бог 9 будет. Руки закрываем. А вон там вдали кто закрыл? Закрыл кто-то? А, хорошо. Да, соус. Молодец. Объясните мне эту хуйню нахуй. Что это было сейчас? Почему адский был? И не убил никого еще? Я хуею. Захил. Ахуй просто. За спину идите. Чай, самарский чай, самарский чай. Я сокрутал. Адский чай. Подъебало бы. 9 нахуй, одного не хватило бича нахуй. Кто же вышли, это? Вышли быстро. Сука, кто же не забежал с вас, мудаки? Забежали быстро. С первой, второй пати, блядь. Я буду хуесосить вас, ребята нахуй, первая, вторая пати. Глаза разуйте пошире, блядь. Дамажить будете потом, нахуй, на сурке в целка 25. А тут покажите свой IQ. Не хочу вайпаться просто на этом боссе, блядь. Столько говна вы слушаете, блядь. Так. Побежали быстро, за спину. Пиздец. Почему адский? Забежали под морду. Сейчас 300. Не надо, обратно за спину, сейчас адский будет. Видишь? Огонь. За спину быстро. Все, стойте за спиной, там танки выживут. И сейчас адский сразу будет. Вот, а теперь подъебало. Бля, не дал Кости наебать их. Да я не знаю, ну смотрите осторожно там. Вот сейчас вы подъебалом стоите. И следующий удар тоже подъебалом стоите. Эй, следующий. Сука, не дай бог сейчас, блядь. Вот сейчас должно быть 24, не дай бог меньше будет. Не, после этого уже за спину. Вот после этого идите за спину. Сейчас будет адский. Ну, то есть обожгется он.
За спину ушли. Им, конечно, бы там кастанул, наверное. Вот сейчас он будет кастовать ошеломляющий. Да. А он еще не обожженный. Печки нету, что ли? Вот она. А вот печка. Ну сейчас тогда два адских будет. Ну, как мастер подъебала, зашел. Подъебала быстро. Да как он сотку накопил. Обратно выйдите. Ушли, ушли быстро. Вы энергию-то смотрите? Вот теперь подъебала. Да, надо было реально стоять. Ты тайминг наебал. Под ебалом. Так, что еще одну, да? И еще даже. Что-то мне кажется, в этот раз точно одну. Вот видишь, там таймер кончается. Вот этот тут печки. Ну, да. Ну хуй знает, в принципе, она не обожженная. За спину пошли. Быстро. Вот, теперь обожжена, теперь за спину. В центре закрыли руку? В центре рука, ага. Да, соп. Все, смотрите, сейчас. Фряк, адский. А, нет, ошеломляющий, потом адский. Ошеломляющий, адский. Shadow Knight, приготовься читать на хп. Shadow Knight, читай на хп. Подъебало быстро. Зачитал? Нормально, захилились. Так, руки. Еще одну подъебало. Двое рук. Двое хлопков, наверное, еще. Че, еще одну успеет? Нет, хуй знает. Успеет. Ну давай, давай, ждем тогда. Появится огонь, не сразу обожги, там секунду обожди, чтобы он еще ошеломляющий дал. Сейчас он через 2 секунды будет кастовать, через 3. Через 5. Наебал, да? Вот кастует. Вот этот хлопок и за спину быстро. Все. Ушли за спину. Так, готовься этот самый Иниола читать на хп. Иниола, готовься. Это адский будет. Иниола на хп читать. Быстро. Так, массакру дал нормально. Адский еще, почему? Почему два тела убрали? Знали. Два тела подъебало, Карбонара и Авелания. Рез эти быстро. Аланал, рез их Хукмастера. Мэдфокс, рез из Зузи. И еще одну подъебало, мы там уже добьем в конце. Мастеру фулл баф. Заходи подъебало. Скукотища, выходи. Или кого я просил? Карбонара, выходи с подъебало. Там Зузи надо резать. Так, нормально. Мэдфокс должен резать. Так, за спину, ушли. Мэдфокс не слышал, наверное. Когда я говорю? Сейчас готовим все, что есть на этот адский. Готовь незыбку, отдай. Давай сейчас незыбку. Ошеломляющий, адский. Гандальф, читай на хп. И Шалфир тоже добавляет. Вообще подъебало быстро. На хп срочно все читаем. Все там лям добьёте. Пиздец. С первого раза. Это наебало, на самом деле мы тут неделю сидели. Опа. Опа. Походите печати, давай маунт. Да, давай маунт. Карбонара, блять, как дела у тебя там? У меня все хорошо. Опа, чё? Все, можешь ливать. Да, я с синтеком, он говорил, печать возьмешь, уходи. Я понял, нах. Ты так отчуга надо кому-то? Призан ГЦ. Кому, призану? Ну скажите, кому. Да, призану. Блять. Тяжелая. А как так? А как это по воде так? Это вот. Ну так. Как это? Вот так. Почему так, нахуй? Грок не найден, блять, хулидринг. Пиздец. Так, погодите, сейчас я гляну по табличке, сколько там ЕП-то накидывать, блять. На новые хуйняет. Немножко меньше. Накиньте лютом. БМХМ 900 и понюхайся так дохуя. Накину. По 3 сотки за боссов. Ну. Не сильно уменьшилось. Что там, на замене есть кто?
Хотите, идите в ТТГ, могу уступить. Пошли в ТТГшку, летим. Мне на контейнер ничего не надо, я чилю, поэтому... Ну, давай.